Образовательный центр «Лидер» в рабочем поселке Нахабино впервые распахнул двери для 1400 учеников. День знаний в современной, комфортной, просторной и долгожданной школе отметили, как и положено, празднично и ярко. Преподавательский коллектив набран полностью. К большой команде лидера присоединились и два молодых специалиста – учителя начальных классов физики и информатики. А помимо федерального образовательного стандарта, для учащихся будут доступны школьный театр, туристический клуб, профориентация и 22 дополнительных общеразвивающих программы. Мы старались в программу доп. Образования включить секции, кружки, которые будут реализовывать именно концепцию нашей школы, концепцию лидерства. И помимо этого, еще мы, конечно же, исполняли запрос жителей. Конечно же, особые чувства в этот день переполняют первоклассников и их родителей. Ведь впереди у них длинная дорога открытий и познаний. На этот путь в лидере вступили 7 первых классов, куда зачислен 241 ученик. И если первоклассники пока по большей части молчаливо и с любопытством наблюдают друг за другом, то их родители не скрывают восторга от новой школы. Я сегодня веду свою дочку в первый класс. Мы очень рады, мы очень долго ждали открытия этой школы. Она оказалась очень большой, красивой и превзошла все наши ожидания. Вот, мы очень счастливы. Все красивые, нарядные, школа подготовлена. В общем, мы ждем учебы, очень рады. Для нас это очень радостное событие. Мы очень долго ждали открытия этой школы. В первый класс у нас идет дочь Камила. Мы очень рады открытию. Уверены, что здесь будет очень качественное образование, много дополнительных кружков. Еще одним ярким событием стало торжественное открытие в школе музея «Героя неба», созданного по инициативе руководителя клуба авиамоделирования «Зигзаг». Андрей Кушнир познакомил первых посетителей с выставкой, насчитывающей более 300 ценных аутентичных экспонатов. Все они были найдены в поисковых экспедициях или переданы потомками советских летчиков-героев. Ну и, конечно же, никакой детский праздник не может обойтись без воздушных шаров и сюрпризов. Поэтому на первом уроке в новой школе всем первоклассникам вручили особенный подарок от главы округа Дмитрия Владимировича Волкова. Букварь «Азбука Красногорска», иллюстрированный фотографиями достопримечательностей и исторических мест нашего муниципалитета. И передали сладкое угощение от губернатора Подмосковья. Ребята, мороженое можно открыть! Каждый день. Одним словом, праздник знаний и зарождение крепкой дружбы удался.